А в нашем сообществе ВК по понедельникам эксклюзивно выходят влоги, так что давайте скорее вступайте. Надо будет покупать сумку Пиата. Пишут, что она еще едет. Я пытаюсь не нервничать. Лена, фокусы с вином. Мое любимое! Меня заперли в клетке. Дуйся! Я защищу вас! Мое утро начинается с маски. И... с шариков. Все еще спят. Именинница проснулась. Взрослая, шестилетняя женщина вообще проснулась. Уже открывает подарки от мамы с папой. Шарики тут уже заценены. Я когда стану взрослой, мне надо будет покупать сумку Пиата. Я уже шутки могу сделать. А мы в этом году тебе уже подарили сумку Прада. Спасибо на это куклу. Отец, ну не прокатит, ты что я думал? А когда правда? На 7 лет надо уже дарить или попозже? Нет. На 10. Или лучше на 18, да? Ну где-то уже 30. А, 30 нормально. Договорились. 30, окей, договорились. А так, мне кажется, пока вот это вообще самая лучшая правда. Мне сколько. Мам, это знаешь, во сколько? Сколько тебе будет лет, то столько это. Это очень долго ждать, лучше если хотя бы 30. А ты сейчас слышала, у меня теперь есть новое. Я не только мам, я теперь еще и мем. Мем. Так, а я тут уже приготовила завтрак. У нас сегодня скрэмбл. Кушаем. Скоро идет у меня девочка меня красить. А мне надо дать время успеть Васе сделать косы. Время 9:54. А то сверху положи ее еще. Ага. Давай. Я так и хочу. Давай, набирай водичку. Тепленькой чуть добавить. Стоп. А то не... Там тяжело. О, все. Принеслась. Что-то какая-то медленная. Медленно? Да. Видишь как? Думал, нет, но быстренько. Уже спать хочу. Ой. Ты что? Все игрушки распаковала. Не все. Ты ищешь, как у нее включить крылышки? Потрогай ее. Написано «Try me». Ой, платье расстегнулось, погоди. Нажимаешь ей на ручку, оказывается, и она такая светится. Она как ночник. Ты ее можешь в темноте вот так оставить, она будет переливаться. Круто. У нее там даже какой-то разноцветный свет пошел. Это волшебная фея, Вась. Она сама отсюда меняет. С днем рождения, успехов, радости, веселья и заводного настроения. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. С днем рождения, успехов, радости. Ты же тоже мать, мы никак не его впустим. Ты же в смысле тоже мать. Спасибо большое. У меня сегодня праздник. Я 6 лет назад родила девочку. Тебе, нам. Глупо получилось, ты сама себе цветы, получается, заказала. Бывает. Мы все обсуждали. Такие красивые, вкусные цветы. Это еще один. Ну, конечно. Лена просто отвечала за покупку цветов. Да, просто я заказывала цветы себе. И, в общем... А я как бриллианты в руке. Детям цветов, детям мороженое. Там. А с днем рождения, успехов, радости, веселья, из ладного настроения. Турли-ту-турли-турли-ту. Или это опять тебе? Смотри, какая красота, Васюша. Смотри, какой там хлопок. Просто наимилейший букетик. Там еще записка должна быть. Да, Вась, записочка еще. Ты предупредила вообще. Моим любимым. Моим любимым. Это моим любимым принцессам. Девчоночки, я подготовился. Стыдовая. Как круто! Нам цветы папа подарил. Красивые. Это мама заказала, Вась. Я просто вручаю. Тотя, у нас там такие красивые цветы. Все, красота какая! Молодец, мама. Очень красиво, очень красиво, очень красиво. Дай целовать буду. Все, что? До себя целую. А то все, еще есть? Нет, все, это только цветы. Тебе подарки мы тебе уже подарили. Очень красивые букеты, прям как на картинке. Ну какой же я молодец, когда ты все сама делаешь вообще.
просто. Смотрите, я... Золото, а не муж. Смотрите. Подарки, цветы девчонкам своим с самого утра. Просто такой молодец. Идеально. Я ведь, главное, ни о чем сам не знал даже, а все сделал вообще. Идеально. Просто. Идеально. Красота такая. Ася, я сейчас тебе подарю подарок. Тебе прислали его Люся и Вика. Но давай мы пока не будем его раскрывать. Ты только посмотришь по коробке. А завтра мы сделаем распаковку всех подарков, которые тебе подарят. Ладно? Это что? Это светильник, огромный заяц. Мы повезем его в дом загородный, и он в твоей комнате будет светить тебе, подсвещать все. Всю красоту, просто такая батарея сзади за Васей из туалетной бумаги. А это, да, у нас тоже как бы, ну, запасы, мы же все-таки взрослые люди. Круто! Такой красивый светильник у тебя вообще! Хорош такие. Это кто тебя поздравил? Это кто поздравлял Васю? Бруно и Алина. Круто! Это окажется, надо не... Не вот так вот, а вот так. Такие молодцы, ребята. Такие добрые, все вообще хорошие. Просто. Передашь ему спасибо, Зайц? В шоке от того, что там скоро школа, да? Будет 7 лет, вот тогда уже школа. Спасибо большое, ребята, за поздравления. Спасибо! Мне макияж сделали, прическу тоже, залезали. Тут у меня такое все. Стилистка опаздывает, поэтому мы сидим, ждем. Время 13:40. Сказала, что будет в 2 часа. Надеюсь, что в 14:30 мы выйдем и опоздаем всего на полчасика на мероприятие. Собственно, вот такие дела. Ждем стилистку, одеваемся и выезжаем. А так все по сборам, готово. Вася заплела косы. Она решила выбрать в итоге не черные, а светлые косы. А еще муж неожиданно взял и принес цветы мне. И вон там еще Васюшки стоят, пионы. Такой хороший, пионы подарил. У нас теперь цветов, у меня все это распустится. Как я в Питер-то поеду? Мне надо с собой будет везти все это. Жалко оставлять красоту такую. Поеду в Питер с цветами. Ну не, я не чеканутая, не подумайте. Я, конечно, на дом это оставлю. Короче, время 2 часа 10 минут. Стилистки по-прежнему нету. Пишут, что она еще едет. Я пытаюсь не нервничать. Потом и Васю вот подкрутили, кудри сделали. Ну, такие локоны, скорее. Как у Sailor Moon теперь у нее. Вот, все классно. Ем, блин, я уже проголодалась. Ждем. А ну что же, мы выдвигаемся на днюху к Василисе. У нас сегодня будет умопомрачительный день рождения. Такого дня рождения, аккуратно, уже не было еще ни у Елены Сергеевны, ни у Дениса Александровича. Такой уровень возможен только у Василисы Денисовны. Мы едем в настоящий цирк. И он будет кишить зомби. Страшно, Артур? Да нет. Это же детский праздник, а я не боюсь зомби. Я же буду главная, а клоуны будут меня слушаться. Я же буду в этом празднике главная. Да, здравствуйте. И я буду... Если кто-то испугается, то я скажу, не пугайся. Дядя такой веселый. Видно? Получилось? Нет. Не получилось? Ты как могу. Победа. Так, а мы едем, нам ехать час. Друзья, кстати, показали мы на Артуре эту великолепную лонгслив. Такие лонгсливы и еще другие на кукаяка.ком, друзья, приходите. Я сегодня в цирк еду, как цыганский барон. Вот, точно написано цирк. Ё-моё! Вот твое день рождения, смотри, там гости в ожидании. Ну что? Вот мы приехали, царевна переодевается пока, ждем ее. Вот. Что вот? Вот приехали. Блин, пока еще не видно шатер. А, нет, шатер видно, но плохо. Вау! Вау! О, реверанс, реверанс! Здравствуй! Моншер, моншер! Вы само очарование! С днем рождения! И добро пожаловать в наш зомби-цирк! Билетик! Билетик вам! И вам! Спасибо большое, спасибо большое! Прошу! Настоящие. А мы что, клипе Моргенштерна? Да, сейчас будет, мне нужно шоу, что там он пел. Это настоящий? Сейчас отрубит, надеюсь. А здесь обещали женщину распилить. О! Чего? Чего? Вы чего, мозги надо брать, не глаза. Вон, молодец.
А где моя семья? Кто моя жена? Я забыл. О, дочь. Дочь уже точит. А где мать? А ее украли? Так, ну ладно, садись на первый ряд куда-нибудь. Сейчас что-то будет. Страшно? Не, не знаю. Не знаю. Смотри, что-то происходит. Переснимем это. Мне показалось, я тебя Андреем назвал. Смотри, в подтяжках как будто Андрей ходит. Посмотри вот так. Вот это Андрей. Теперь вы в нашей трупе, теперь вы наша часть. Наконец-то он нашел работу. Наш цех закружит вас, словно карусель. Браво! Да! Ваши аплодисменты! Встречайте, еще одна любовь. Надеюсь, это твой последний. Что сидишь? Пытаюсь запостить фотку. Лен, так умеешь? Слушай, Денис предложил так накручивать волосы, теперь я вот думаю попробовать. Это когда говорят, не накручивай себя, да? 100%. Да, именно вы. Поэтому всем приятного аппетита. Ну, а что вы такие расстроенные? Вы не хотите превращаться в зомби? А вы что, расстроились, правда? Подождите, вы хотите превратиться в зомби или нет? Нет. Да! 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 Я хочу. Что у вас будет возможность? Ведь я прячу у себя в моей темной капле в клетке в доступе только для меня специальное зелье. Прошу, проходите ударились. Вау! Это мое, кажется, зомби будут принадлежать нам. Я ребенка был! Уи! Что за уи? Вот это да. Там записка, смотри, записка, записка. Не иступили. Почему шары? Я велел убить одного из зрителей. Что это за глупые шары? Что это такое? Сейчас что-то будет. По поводу эликсира. Вы его никогда не получите. Обошла стороной дуэль нас, ничего, не, все нормально. Улеглось. Еще не вечер. Улеглось. Сплюнь, Артур, не вечер. Это железный человек? Нет, это новая коллекция Баселенсиаги, друзья. Скоро на сайте kukayaka.com. Коллекция осень-зима, друзья. Очень теплая будет.
не знаю. И даже без слюны. О май гад. Вась, как тебе? Волосы мешают? Нет. Дети уже там это подкрадываются ближе. Да. Сок с водой будешь? Очень вкусно, между прочим. Жажда утоляющая. Покушала? Ну так, чуть-чуть. Прикол. Вот это прикол. Нам нужно какое-то волшебство, чтобы все меня слушали. Вы верите в волшебство? Нет. А вы верите в волшебство? Да! Точно? Хорошо, сейчас вас ждет кое-что интересное. Да, поспеши. Видите, я наколдую, и волшебство появится на этой сцене, но вам всем опасно находиться рядом, поэтому, уважаемые родители, держите своих маленьких детей рядом с собой. К Андрею Влад присоединился. Наконец-то они приехали. Я думал, они не приедут. Когда у пацанов денег на подарок нет, они вот решили вот так. Опа, кого-то хлопнули, братан. Сейчас взорвёт. Лена, фокусы с вином. О, мое любимое! Это очень семейный фокус. Пойдешь, покажешь? Я умею делать один фокус, когда бутылка становится пустая. Но без это... алкогольного. Да, конечно, естественно, Артур. Пока щелкаю пальцами, они поменялись местами. Так, такая бутылка. Ты видел это? Вот такие, как он, и просмотры еще накручивают. Обалдеть! Загораживаешь зрителям юным весь вид. Мы сейчас будем жечь ваш пиджак. 100% давно пора, ненавижу его. Спасибо вам за пиджак. Она постоянно так говорит, потом мы едем в ЦУМ. Люся? Люся, покажи ноги! Получилось. О, как удивительно, неожиданно. Вы разговариваете? Нет. А если мы вас рассмешим? Артур, пойдем я попробую спикапить одну из этих женщин. Да подождите, тут... Мне Денис деньги платит, пацаны. Артур! Я тут предсказание узнаю. Так, прибыль Василентяга, это что значит? Бесконечность? Блин, нет, да, это черная дыра. Мир, это черная не дыра. Черная дыра, это выход на новый уровень. Либо... О, понял! Может быть. Понял! Новый магазин, ну, так, новая площадка. Все. Да, что, так приятно, еще никто не врал. Все, можно давай. Давай теперь ты. Давай. Мне надо с какой-то запрос? Да. Спроси, поедешь ли ты с нами в Турцию или нет опять? Спроси Феде, нравится ли? Что у нас там? Солнышко. Солнце. Поедете в Турцию, будете? Наслаждаться. И вообще, на самом деле, если еще и едете на ивент какой-нибудь или на мероприятие, или там есть шанс себя как-то где-то показать, проявить или личный бренд укрепить, самое оно. Уже проявили. Нормально. Надо снимать просто. Нормально. Когда на канале Vlog Squad будет 1 000 000 подписчиков? Давайте посмотрим, насколько долго до этого. А есть карта? Насколько долго? Спасибо за оптимизм. Пятерка. Пятерка кубков – это еще не скоро. Это еще не скоро. Это все вранье, это все куплено. Уйдет ли Андрей к Exile? А давай расскажем подписчикам, что значит про Exile разгон. Мы в конце решили объяснить, что почему так много про Exile. Вчера я попросил его сесть со мной на студию, мне надо было его помощь креативная. Он сказал, да, конечно, сесть без проблем. И за 2 часа до приезда позвонил мне и сказал, да, меня Exile позвал, я к нему уезжаю срочно очень, надеюсь, я приеду к тебе. И не приехал ко мне. А знаешь, во сколько съемки закончились?
Во сколько? В час ночи у него, он домой приехал. То есть вы могли, по идее, встретиться в два. Он знал, что он уезжал за полтора часа. И он такой говорит: Дэн, скорее всего, я к 6 вечера успею. Вот, в общем, поэтому так много про Excel. Но Excel очень крутой, я поэтому тоже советую вам подписаться на его канал. Вообще. От нас, с нашего канала к Excel. Что у нас там? Это, по-моему, жрец. Кто даст условия лучше, спокойнее, стабильнее, прочнее и конкретнее с точки зрения контракта, тот и выиграет в этом. Продажная штука. Уйдет как Сайло. Действительно... Артур, пойдем, я познакомлюсь с одной из этих высоких дам. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Можно. А ваши родители случайно не стремянка? А то что вы такая высокая? Я просто каблучки высокие. Когда вы заканчиваете работу? Знаете, жесткий кринж. Хорошо. Как вас зовут? Меня зовут... Лютый кринж. Прямо вот так? Карамелька. Карамелька? Да, ну, в общем, я не понял, как ее зовут. В общем, у меня сегодня есть свидание уже. Впервые в жизни у меня будет девушка выше, чем я. Жесткий кринж. Лучше подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. О, привет. Когда вы заканчиваете работу? Сейчас начнется, сейчас пойдем женщину пилить. Уже распилили. Реально? Да. Хочешь кадры покажу? Ты снял? Вот. Я приехал только ради этого. Ну и ради рождения своей дочери, конечно. Это мне нравится новый сезон. Посмотреть влог, знаешь, что такое мне нравится? Напишите в комментариях, друзья. Поставьте лайк. Здравствуйте. Это хлеб, когда без автотюна поют. Абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Кусайте Влада! Все так и должно быть! Я защищу вас! Нам хватит! Мы не хотим было в руки попадать, да? Или можете его убирать. Андрей, ты что крокодилу сделал? А ты видел? Да. Как я убил. А Влад, главное, сидел вот так. Он даже немножко уснул, когда крокодил выбежал. Сделайте, пожалуйста,
Меня заперли в клетке. У меня ключ. И он... Ногой, выламывай! А? Ногой! Уже быть хозяйкой цирка, она уже опытная женщина в этом плане. Ну же, нашим цирком управляет, скорее будет другим цирком управлять. А вот это! Ты и твои друзья. Стой, не открывай, подожди. Я сначала покажу тебе номер. Ты же хочешь меня оставить в цирке? С исчезновением? Да. Зомби останутся в нашем сердце. Поздравляем! Поздравляем! Где зомби достался? Ла-ла-ла-ла-ла. А, это как кошка? А, это Андрей. Это Андрей, когда ему надо это снимать новое видео на канал Vlog Squad. Итак, вашему вниманию, шоу спиннера! Вот так перфорс. Полностью. И так тоже? А с другой стороны? Браво! Браво! Вот это да! Пушкой подсветите. Теперь прекращение спиннера и включение человека. Давайте. Нормально, теперь актуально. Это декабрь. Ну, конечно, я не ожидал. Я не против, я не против, я не против. Огонь! О, прикинь! О, о, ой, огонь, свет! Missing me, I'll be the one to carry you up to the stars.
страшно. Это было классно. Что-то мне уже это не нравится. Что, вот, твои подарки все? У меня очень много подарков, но никто их пока не оценит. Надеюсь, что Вася пранканет нашими подарками несколько раз. Меня? Да, у нас там подарки для пранков. А что там, там XL? Неважно. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. В следующем влоге, друзья, увидите распаковочку подарков. Василиса будет распаковывать их. Снимаешь? Василиса будет самая грандиозная распаковка подарков. Просто подарков невероятное множество. Сейчас их домой еще надо занести. Все, в общем, Васина денежка завершилась. Я уже погулял с Федей. Подарки мы с Артуром занесли. И, блин, так круто. Вообще, такой большущий праздник получился. Я так с такой благодарностью смотрю на сегодняшний день, что вот у нас есть такая возможность закатить такой огромный праздник, снять целый цирк и сделать то, о чем мечтала дочка. Сделать вот такое вот зомби какое-то там мероприятие. Это так круто. Я так благодарен за то, что есть такая возможность так делать. И вот так вот для Васи, для ее друзей устроить просто праздник. Красота. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете и делаете все это возможным. Спасибо большое. Все. Увидимся с вами в следующем влоге. Пока.